наша экономика, начиная с 2014 года, медленно, но все-таки падает по разным причинам, там, внешнеэкономическим, внешнеполитическим. И плюс 2020 год привнес пандемия, это были прямые локдауны, запреты на виды деятельности, то есть потребление электроэнергии в сфере малого и среднего бизнеса упало, в сфере системы образования упало там, и так далее. То есть потребление возросло только в больницах и в жилом фонде. И то не катастрофически. И получается, что по промышленным потребителям, на что рассчитывала вот эта система генерации электроэнергии, по потреблению она не получила. А затраты на мощность были произведены. Поэтому они получили право компенсировать себе эти убытки за счет изменения тарифа для промышленных потребителей. Поэтому получается так, что тариф вырос и там, но причины роста разные. Результат один.